Всем привет, с вами Шуха. Как известно, недавно ГБН выкатил новый глобальный патч, в котором куча новых изменений. Само собой, мета меняется и сборки в том числе, поэтому я решил сделать пару следующих выпусков про то, как играть в новом патче на определенных героях. В этом выпуске контент будет связан со Штормом, и поможет мне в этом один скаймер игрок, стример, а теперь ютубер Влад ГГВП Ланая. Сейчас все пытаются играть через нулики и Аркан Блинк, но Влад нам покажет немного другую страту. Ну а если хотите увидеть Шторма через Аркан Блинк, то обязательно напишите об этом в комментариях. Приятного просмотра. Ребят, мы тут с Владом решили запилить крутой видос по патчу, вообще поиграть в геймплей. Это Влад ГГВП Ланая. Всем ку, парни. Да, вот, и обсудить вообще, он уже немало игр сыграл, на ком героя поиграть, то есть кого пикать, кто сильный. Тут у нас на аккаунте сколько, 6700 ММР, да? Да. Это мой старый аккаунт, на нем когда-то я играл, вот. И, в принципе, жетоны есть, да, можешь запускать. Решили, что будем пикать Шторма, потому что... Ну, он сейчас сильный, да, как ты говоришь, там, за счет... Да, да, очередь. И за счет нуликов, то, что вот они, так сказать, увеличиваются x2 на 25 минуте, они становятся в два раза сильнее сами по себе. Ну, я сейчас так понимаю, этот баг пофиксили, да, где там вечная мана была? Не-не-не, еще не пофиксили. А, значит, может, возможно, еще и забудем этот прикол, да? Ну, в теории, да, но он слабоват, на самом деле. То есть я его тестил, вот слабоват такой билд, потому что очень сложно попасть ультимейтом, например, ты летишь на фулл ману, попасть ультимейтом по врагам. Поэтому, как бы, да, мана бесконечна, но дэмэджа нету. Ну, мы проверим в любом случае, когда играли, если далеко зайдет, посмотрим вообще, как это работает и как лучше играть, да, в любом... Потому что это аккаунт, ребят, тут рейтинга немало, ну, то есть, да, для Влада это не супер много, здесь 6700, но это не маленький рейтинг, да, то есть, тут ты как на 3-4к там не побегаешь, ну, там, да, любым да. билдом не выиграешь. Ты же будешь стараться и потеть, так сказать. Так, ну, если Шторм, как ты говоришь, сильный, ну, вообще, в принципе, любой герой, да, с Орчином стак, если ты говорил, что Фурион, ну, вообще, Лина сильная, но Лина-то Орчин, понятно, не будет собирать, там, Фурион условный, да, и... Да, кто, да. Шторм какой-то, кто там еще может быть? Так. Темпларка, кстати, на Темпларке поиграл? А они же ничего не меняли, Темпларка стала еще сильнее, потому что дизелятор же апнули, то есть теперь там, если настакать дизелятор, там, подделаешь киллы, тебе дэмэдж дается на дизеляторе, то есть можно 70 дэмэджа с дизелятора иметь, то есть она еще сильнее стала, чем была, поэтому... Играбельный герой тоже так. Или Шторм? Не в бане. Шторм не в бане, отлично. Давай пикай тогда, пусть он спикает. Чтобы он случайно еще его не стырилило с пиком Шторма тоже. Вдруг кто-то захочет его пикнуть. Так, Затар какой у нас? Сейчас я подумал. Сейчас либо через циркетку, либо через нафасботл. У нас я под всякого миде стою. А пак в бане, отлично, то есть мне вообще ничего не угрожает. Самая такая контра, это, наверное, пак, да? Ну да, потому что если сайленс и койл, то есть может тебя двумя сплайми ловить. Угу. Вот темпларочка, скорее всего. Хотя, а это может быть керри, может, керри, да, сейчас популярная темпларка керри. Вот, имбовый тини. И бруда. Да, бруда, скорее всего, мид, я думаю. Да, 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 бруда мид. Тогда возьмем статов побольше, будем ее бить. Кстати, тини очень сильный герой сейчас на керри позиции, потому что вот ранний шард, у тебя 15 минута шард, сабля, и ты просто выфармливаешь все леса очень быстро. Да, не как раньше, но ждешь 20-ю минуту, там из этого приходится, сейчас можно сразу там ускориться. По-любому видос еще снимем с тинником. Но пока у нас Шторм. 30 левел сталкер у тебя играет. Круто, будет давать мне вижен на врагов, я буду на них прыгать. Кайф. Ребят, я в свое время долго искал крутой и мощный ПК для всего разом, и с этим мне помогла компания HyperPC. HyperPC это российский производитель компьютеров премиум класса для игр и работ. Я уже подобрал себе нужный компьютер в обширном каталоге данной компании. Это HyperPC Dynamic. Почему выбор пал именно на него? Да потому что ему не страшны любые сложные задачи, будь то монтаж, либо же игры в 4К разрешении. Dynamic построен на базе новой GeForce RTX 30 серии от Nvidia, которая позволит вам играть в игры так, как задумал этот разработчик, с невероятно реалистичной графикой, с трассировкой лучей и большим FPS. Также вам будет доступна технология Nvidia Reflex, которая снижает задержки системы и повышает отзывчивость в соревновательных играх. Кстати, Reflex уже много где используется, например, Fortnite, Apex Legends, Valorant и многих других. А как вы знаете, FPS имеет значение, можно сказать, это легальный чит в подобных играх. А с Nvidia DLSS можно одновременно повысить частоту кадров и вместе с этим улучшить настройки графики в таких играх, как God of War, Dying Light 2, RDR 2, Minecraft и многих других. Список игр постоянно пополняется. Так что если ты решился на мощный ПК, то обязательно используй мой промокод, который сейчас на экране, и получи неплохую скидку от 10 тысяч рублей за игровой ПК. Ну а если ты хочешь прикупить себе мышку или клаву, то не вопрос, скидка распространяется на все, что будет в корзине. Хватай промокод, переходи на сайт, ссылка уже в описании. Так, ну вас, наверное, поставлю в конце, когда уже на блоке буду. Ага, то есть такой, да? Во время криблока многие так, кстати, делают. Сейчас посмотрим, сработали ли твоя точка. Давай, я попробую прицелиться. То есть я сейчас объясню, в чем суть. Нужно встать так, чтобы вот так кружочек вот этот вот был, вот так вот, типа, он еле касался этого камня, короче. Ага, еле касался камня, который, ну, вот снизу немного, вот, да? Вот, да, у тебя у каждого героя кружочек. Не, сверху, который вот.
Да, видишь, ты нет. А, посмотрим, посмотрим. Запоминаем, если сработает. Если не сработает, вырезаем. Тут бывает, срабатывает, бывает нет, потому что дота наша, как бы, понимаешь, камера, то есть... То есть, если я буду смотреть с этого ракурса, видишь, я не попадаю. Но если смотрю с этого ракурса, я попадаю идеально. То есть, из ракурса могу еще не попасть в пиксель. То есть, она работает, эта фишка моя, но, говорю, тут нужно попасть... Лучше точку... точку лично ты сам, да, обнаружил? Да, но я просто в лобби тестил много всяких точек, как бы попроще. Просто точки проще всего блочить, потому что они сразу выходят здесь, и ты начинаешь отсюда блочить крипов. Вот да, а там выбегать надо будет, а уж не успеешь. Да, да, да. Так, ну смотрим. Скрестили пальцы. Не-не, уже не получилось. Вырезаем. Ну вот у меня 50 на 50 получается. Ну запоминаем, ребят, может такое получится. Так, против прудемит вообще как это? Да, ну до шестого изи, да, такой? Ну да, да, да. Я должен разгромить, что буду сильно. Да, у штормы брони много, кстати, позволяет. Ну, правда, вот дальше. Шторм это твоя сигна, нет? Ну, вот, именно. Я знаю, что там Бэтрайдер у тебя любимый герой. Ну, разные патчи по-разному. То есть, когда он в мете, он моя сигна. Когда он не в мете, я перестаю играть. Да, да. Немножко не наигрываю, конечно. После стрима же, да, вроде сколько? Да, это вот. Сколько часов стримил? Ну, долго. Я очень много сыграл на мейне и на фейках еще поиграл. Немножко подустал. Так, я смотрю, на третьем ты все три спыла взял. Ну это так ситуативно, да? Ну это против милишника, потому что да, Вортекс в кайф брать против милишника. Так, ладно, бурду уже загрубить не получится. Она взяла пассивку, а не пассивку, этот. Отхил 2, поэтому пойду лес качать. На себя буду играть. Ну, то есть отпушим и фармим, да? Ну да, да, то есть нет смысла пытаться загнобить. Что странно, то что геймплей миду не сильно поменяли, да, по сути? Да, вообще ничего не изменился, да. То есть все могут также бегать фармить, контролить руны. Не то, что все ожидали, так скажем так. Карту не реворкнули. Опа, глиф. Я на самом деле нажал. Я никогда не понял, такие глифы, они такие юзлесные, то есть, вот реально, люди даже жмут постоянно глиф на вот так же на крипов. Но сейчас не было в этом смысла, на самом деле, да. То есть ладно бы я нажал, знаешь, там, если бы он отхиливался бы от крипов. Я бы мог нажать, да. А так он просто мне там. Я потратил 80 маны. Ну, иногда, знаешь, бывает смысл, когда ты куда-то бежишь за руной, и ты на своего крипа одного ставишь глиф, чтобы успеть зафармить вражескую пачку, да, такое я видел, делаю. Опа, да, где. А так вот просто так, ради одного спойла тратить глиф, это, конечно, странно. Так, надеюсь, не пнет. Ой, здесь... Ну, без разницы. Ну не, он умирал сейчас. Ну то, что у крипов какие-то способности появились там внезапно, это, конечно, жестко. Блин, у меня сегодня на стриме был такой мем, меня просто огур убил. Я не знал, что... Он же башит на 3 секунды. Там, да, там 200 дэмэджа с удара с этого. Я что-то с чатом заобщался, и он мне просто по башке пригрел. Я так же, так же. Первый день я сыграл одну игру, как только патч вышел. И, ну, играл на Урсе, и меня Угармак красной рукой ударил, а даже не знал, что это такое, и меня, типа, враги на варде видели и убили из-за этого. Там в баше стоял очень долго в этом стане. Но, что хорошо, в этом патче с нулевой в лес почти невозможно, да, выйти? Да, лес очень сильно стал. Так что лесников не будет. Так. Так, руна на топе. Гробим, еще прилечу. Не, маны нет. Найс. Опа. Опа, как... еще один фрикильчик. Корова. Прибежала, да? Добрый вечер. Когда бежит ради себя. Да я ее почти убил, у меня просто лоу-левел. Дай хвалиться. О! Ах! Это что? Я про что мы и говорили, чернила. Это же бред. Так сказать, деморализующий тип. Так это сказать, же бред. Давим противника моралью еще. Как вот его чернилами, они, наверное, замаченные, так понимаю. Не, они у него второго левела. Ну сейчас уже шестой левел, но до этого, блин, он левел 4 был. До убийства бурды. Таргет правильный, да? Причем на вивер, когда можно убить скоро. Еще и регенка есть. А досты-то у нас есть. Конечно. Заранее. Тут все заранее было придумано, да. Еще да. И реген действует. Да, короче, эти два нулика, они стали еще сильнее, чем были. То есть, казалось бы, там убралось дополнительный дэмэдж от них, но зато дали уменьшение расхода маны. А ты обычно спамишь с пилами, да, на мидерах. Угу. Короче, играть супер приятно. Но на линии ты уже изучил, да, как надо играть. И, кстати, ребят, у Влада на ютубе там... Да, вот этот тоже сделал разбор. Вышел ролик по линии. Интересует, можно. Да, и вышел ролик по линии. Поэтому мы сейчас записываем по шторму. Посмотрите обязательно. Ну, классный ролик. Я сам, Влада, видосики чекаю, поэтому с уверенностью могу посоветовать. О, нет, на ютубе один из КММР игроков, кто делает гайды, правильно? Да. Кроме да. Влада. Брать, ребят.
Так что, когда станете 11к игроками, можете сказать мне спасибо. Тут ваш стоит. То, что затянул Влада в YouTube. Дай мечи до меня. Там, конечно. Лол. А Куджа линза, что ли? Я промазал, да. Куджа линза? Можешь показать? Нет. А как он его съел? Ты видел дистанцию? Ну там из-за того, что он стрейфился вот криво на волке. То есть там... Зацепил. Да. Можем убить их. Да господи. Промахи накинуть. Этот пуш, это что-то нечто. Это Дэнди, нет? Под фейком. Ну Шив можно купить, на самом деле. Тут все физы героя, типа Шив очень сильно порежет им дэмэдж. То есть БКБ мне в этой игре не надо. 12-я минута, и уже вот такой вот затар бегаешь, нормально. Да, сейчас шторм очень сильный. Сначала этого, а потом и этого можно. Не, мана мало. Ну не, нормально. А что? У меня стики блики, да? Блин. Ну нет! Помочь! Что-нибудь, миссани, еще нет никак. Ну такой жуч. У него капли стики. Брата бежит с чем? Можем, дай мне XL, дай XL. Ладно, убьем тогда этого, раз не достали до того. Гобэк. А, повезло, что Ликан отвлекся. Ну, или нет? Anyway, да. Anyway, I'm dead. Да, Тиник пнул на тебя его. Можем быть, я прилечу. А, ну, ладно, тогда он уже такой. Ой-ой-ой. Ага, куда собрался? Ну, задавило. Такими ситуациями надо пользоваться, да? Да. Особенно если есть ТП. Ну, я думаю, начну все с этого, с миссии стафа. Чуманы побольше манки, было. Манки, да, побольше. Угу. Ну, денег много, в принципе. Блин, вот единственное, что слотов не хватает. Не хочется нулики выкидывать. А по талантам там дефолтные, да, я так понимаю? Посмотри, на 10-й что-то взял. Ну, тут, да, мана. А вот на 15-м уже спорно, то есть. Тут либо ХП, либо дэмэдж ремнанта. То есть тут уже по ситуации. Так, ребята, твои там остались, убили еще и бару, нормально. Вот эти сильные, кстати, крипы, вроде. А мне не знаю, мне нравится их фармить, они какие-то мемные. То есть, знаешь, непонятно, что умеют вообще. Да. Ну, они такие, их побил с кайфом. И они выглядят еще прикольно. Они, наверное, рассчитаны больше для тех, кто призывает саммонеров, то есть каких-то ченов, инчей, потому что они способности в другом случае не используют. Ладно, забей, долго. Значит, как раньше мы убили его. Ты, кстати, на своем рейтинге встречаешься кирченов и ничей, сейчас вроде они там модные. Парни, гол. Опа, наказать. Ой, хелп. Ага. Все, моя команда не пропускает ко мне никого. А что это медленно? Хорошо. А, бара. Шикучи. Так, ну ты, наверное, даже ХП себе возьму, потому что я впитываю весь дэмэдж. Да, они именно акцент на себе держат здесь. Поэтому буду танком в моей команде. Шардик бы Пуджу, да? Да, шардик будет с кайфом. Уже тем более можно, 15 минута. Угу, вижу. А, да? Да. Ага. Я умер. Ну они всех убили. Ну нормально, 1-3 размен, да. Может, а даже... ты Ивер когда умер? Ивер чудо. 1-4? Да, я тоже. Да, команда у тебя все 15 уровни, там уже коры. Нормально, как и ты. То есть Рогики что-то злятся на меня. Все, меня хотят убить. Ну у Тинника этого очень много дэмэджа, я не знаю. И фарма очень много у него, и дэмэджа очень много. Да, он сейчас еще когда докупит Сильвер. Там, мне кажется, 3000 с прокаса можно унести, если все правильно сделать. Ну, я тестил вчера с Ромчиком в лобби, и мы видели там, ну, трешку сносили, короче. Так, Шивы почти есть, а далее Аганим, да, я смотрю? Хоть. Ну, туда, смотри, тут все практически, ну, можно сказать, 5 милишников, Шивир тоже такой контактный герой.
То есть можно будет хорошие бухолы давать ранние. А, ну еще и на всяких суммонов, да, которые тебя так... Да, да, там пауки, волки. Так, драка. Найс. Байбэк-бэра. Ну, видите, парни. Так, тут вроде нечем, нечем. Блин, вдвоем остались живых, аккуратнее. Ну я убью и уйду, наверное. А, да? Там байбеки юзали, просто бара байнулся, еще кто-то вроде. Да, бара и все. Только бара. Ну их на парке БКБ, поэтому очень сильно. Блин, лучше бы не знать, что собирались 2 в 1, но это было бы круто на 25 минуте. Чтобы слот можно было сэкономить. Так, за зацеп успеть. Вроде успевать. Под салом, отлично. Блин, Балонара сало, конечно, жесткая штука. Там вроде его немного апнули, без анимации что ли стало. Да, я не знаю. Я просто такие микро эти самые наши фиксы не читал особо, я только самые основные запомнил. Там рефлеж... Ну что такое было, я видел, да? Что Балонар там вроде сало теперь быстрее активирует. Wanna fight? Там драка намечается. Ну что, видно или что, не пойму. На груду нападай. Почему тебе, кстати, прокас я не дал? Ну ладно, у нас свои клиентики есть. На Ю потратил, можно убить. Ладно, надо улететь. Ну вот ночь на драк, потому что вот ночи нету у Несса. Купи себе шарт на Гримстроке, это тоже имба против. Пужить будешь все. Так и против станов наш работает тоже, это очень сильный шарт у него. То есть если тебя бара запинал, то можно сразу кинуть и снять, да? Ну не сразу, то есть под взрыв, то есть когда он взрывается, она пужит себя сразу все. А, так, я понял. Я думал просто пока на 10 мушки. Не, ну это было бы имба. Не, это было бы шадоу демона так. Да, да. Так, Аруну, хочется убить их, но лучше не стоит. А. Тут в ордене где-то парня. Vision. Вот видишь, вот 26 минут у меня нулика, мне тут еще не слетал уже под них. Да, я видел, что на дизоле какие-то циферки, но я таки не понял, то есть патч прям не углубленно читал и не понял, что это дает. Ну это вот количество дэмэджа. 14-17. Количество дэмэджа. То есть... И он навсегда остается. Да, да, за каждый хил дается по 2 дэмэджа. Но максимум 20 дэмэджа можно набить. А, это помимо его того, что он дает, еще 20 дэмэджа можно набить. То есть 50 он дает, и можно 70, чтобы он имел. Так, ничего. Значит, это будет ключевая драка, по идее, должны выигрывать и заканчивать. Сплитить будут. Великаном с темпларкой. Можно парень тоже бить ХГМ? На стене быстро бьет. Либо можно на базе подраться. Хотим на базе? Походу на базе и будете драться. Парень, я еще прыгаю. Гоу, 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 стой, стой, стой. Великана. Найс. Хелп, 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 хелп. И... Второй сейчас будет спел. Найс, найс, найс. Спасли. Ну Шива спасает хорошо, потому что тут и темпларка броню снимает, и могут зафокусить тебя. Там какие-то сумоны, да, условно. Да, да, плюс еще и виверочек. Им убивать меня лень, потому что у меня очень много армора, хп, я уже сумоны потратил. То есть мне это будет выгодно и моей команде, если я прыгнул, все дал, пускай меня бьют, я очень толстый. Они очень много спелла потратят меня, и моя команда их просто убьет тогда. А если меня не бьют, я просто тогда убегу, похилюсь и снова приду драться с ним. Поэтому вот, они в таком, знаешь, в капкане стратегическом. Игра умом, правильно? Да, да, переигрываем противника умом. Парни, го их убьем, пока у них нет формы Ликана. Где-то явно оп стоит, потому что Барон на тебя бежал. Не знаю, откуда он тебя бежал, но до этого, да. Я могу... Тинни, кам? I can tank. Так вот, шмотку мне бы взять, на самом деле, мне нравится. Ну, идеально, ману дает. Снимает резистанс. Парень. Ооо, как шарт тебя спас! Я говорю, шарт это полная имба. Го-го-го! Парень. Шмотку, кстати, выкинули. Сейчас, пока таракана убить. Там захил бешеный. Офигеть! Это из-за паучков, наверное? Да. Не, это жестко было. Начал бурду. Ну на Балонаре ну, потный там. Тип тоже. Ну блин, 30-й Балонар, ничего бы не был потным. Ну да. Блин, крипов позапротектить от темпларки. Че, они там хотят загасить?
Вот я бы, честно говоря, почему бы и нет? Я бы, честно говоря, бил бы линию. Я такой, знаешь, более сейвовый игрок. Ну, раз хотят. Тимми попытается. Так, давай. Почилихи. Да нет, тут трон. Тупо. Ну да. 17-4-16. Ну нормально. Конечно, вначале там немного подавили где-то. Что-то не сработало. Но принцип понятен. Я говорю, что мы сильные. Но еще вот надо еще одну затестить. Почему? Потому что сейчас у тебя еще команда выигрывала, да? Нужно, ну давай. Возможно, будет обратная ситуация. И посмотрим, что будет в обратной ситуации. Тогда сразу Лигу Next. А, да. Ребят, мы сейчас только что игру сыграли. Не знаю, дека сохранилась или нет. Решили пойти вторую. Потому что она была легкая. Но тут у нас шторм, Влад говорит, что шторм сильный. Да, да, есть у меня демка. Да, все. Сохранилось. Найс. Все, давай пикаем тогда шторма. Там вроде так. Имбовый тинди против нас. Вторая катка подряд, потому что первая была легкая. То есть там команда хорошо играла. Сейчас посмотрим, как будет в этой катке. Там Рики тоже. Кстати, Рики очень сильные, но и тинди тоже не подарок. Ну, тут на самом деле, у сюда бы шторма я бы, честно говоря, не брал. Если бы мне это рубика, так сказать. Потому что Рескинга сложно дважды убивать. Тинди толстый. У Dark Willow есть Escape, то есть она там бегает во втором спале. Рики там тоже тучка, может... если там... Да, тучка неприятная. Застрянешь, нужно БКБ здесь иметь какое-то условно. Поэтому если бы я играл на ПТС именно прям, я бы такой бы драфт шторма бы не брал. Я бы взял более такой очень танковый. Ну, сложная игра, еще и Лина тоже. Да, да, игра не из простых. Но с другой стороны, у нас как бы тимфайт сильный, то есть у нас Дарсир с землей и я по читами, то есть... Мы можем там грязи наворотить, конечно. Словно больше за сноуболи, да? Ну да, да, сыграетесь. Да, да, конечно. Сейчас нет, ну нам нужно скрыться с Дарксиром, чтобы он просто А4-ми кидал и земля бегала с нами. Кстати, тут ты поменял, первый ты брал, получается, на статы закуп, тут ты на фастботл, да, идешь? Да, да, потому что Лина может меня просто пробивать сильной миде. Поэтому лучше не рисковать, может, знаешь, может пойти такое быть, что... Крипстат будет не очень удачный миде там. И... Я понимаю, может быть такое, что тебе будет, не будет хватать сотки до ботла, а это будет рискованно и придется тащить фласку, да? Это ну, минус ну да, да, да. То есть лучше не рисковать, когда есть вот такая возможность, что ты можешь проиграть мид, да? Потому что Лина не слабый мидер, очевидно. Более сейчас Лине еще апнули стадию мида. Логика ясна. Так что, ребят, не всегда надо закупаться одинаково. Надо всегда думать, кого стоишь и как. Вот на примере Влада. Игра умом. Кто да, знает, кто да. Смотрит Влада, знает, что это такое. Кстати, я тоже был тремлитом брать себе сапог, потому что буду очень много бегать, там по рунам, не по рунам. То есть прошлое я брал статы, то есть брал нулик, ботл нулик, да. А потом я буду брать сапог, потому что буду очень много бегать просто там до базы, по кемпам по лесным, потому что меня, скорее всего, прогонит с мида. Ну посмотри, как будет. Вдруг ты его каким-то чудесным образом земель тэпнется и его убьете. А, ну если такое возможно, то только да. Мне только дай такое. Хотел сказать, то, что часто ли вот земли сами делают мувы на таких рейтингах. То есть мне интересно, будет ли он делать там ТП под ну, мид под щитом. Это на самом деле очень сильно, мы очень хулину убиваем, даже с моим там четвертым левелом и его третьим. Ну для земли это ад, грубо говоря, да? Потому что сейчас еще землю же апнули, ну, по сути, там вроде каст тайма нет или что-то такое сделали, что она очень быстро кастует свои спеллы, в отличие от того, что ну, в прошлом патче было по-другому. То есть там какие-то камни быстро бросаются, шая крутится быстрее. По сути, я помню, знаешь, как было? Вот я смотрел раньше игры Крида, он выпуливал пачку, брал в соло второй левел, тэпался мид и пока доубивал. Да, да, да. Вот особенно мне, знаешь, против крита было впадло все время играть в паблике, потому что я знаю то, что он всегда тэпнется и будет тебя гасить в миде. И ты вот ждешь, что вторую-третью минуту, и он летит и просто гасит тебя. Очень неприятно. Особенно если ты чуть-чуть на вражеское ХГ поднялся, то. Да, но он сразу пролетит, это точно. Да. То все, лучше не рисковать в таком случае. А, это Рики пятерка, кстати. Прикинь. Да, ну, неважно, он же купит шар, да, и тучку будет кидать в меня. Ну, лайнап, наверное, Лина будет там, ну, 60 на 40, да, наверное, Лина посильнее. Ну, так. да. У меня же нет никого никого, чтобы бить его. Да, и плюс рейндж атаки у него побольше будет. А, да, он опять мне варслом. Найс. Сюда. На реакции. Ну, зонит, смотри. Ну, он так. Типа, он да, он типа. Линию не может поставить, на самом деле. Это вот ошибка, то, что он линию не поставил. Я просто по таверам качаюсь. Ну, стой, сейчас я могу кемпик подстакнуть. И воду забрать. Он себе кемпик не стакает. Ну, давай, если так хочешь подраться. Мне кажется, у него нету стана. Я, кстати... Я вот... Чувствовал, что он тэпается. Я мог
Если бы я вот был бы немножко не уставший, я бы, скорее всего, успел бы среагировать и дать ремнант до тычки. Немножко... А, и убил бы, кстати. Да, да, я бы убил бы его. Но в любом случае, для нас это большой плюс, потому да, что да, конечно, бежать. Конечно. Возможно, заюзать смоки там лишние куда-то. В такой ситуации я себе, думаю, нулик возьму. Ну, поскольку все хорошо. Да, да. Блин, как же ты хорошо воспользовался его ошибкой. Многие побежали бы мид фармить и получили бы много пичек, а ты просто развернулся и решил его замесить. Поскольку дистанция была такая короткая. Возможно, вот я сам думаю, я бы, скорее всего, просто, может, дал бы первый спел и пошел бы этих крипов убить. Ну, я, знаешь, за такую наглую ошибку я наказываю, то есть не прощаю их. Не, ну выжили почти максимум, о, блин, могли убить. Я, кстати, вот, забыл, то, что урна в топе воды осталась, мог еще урну воды забрать. Да, заболтали его, инкогнито, как говорится. Кстати, челлендж без смертей. Чтобы не говорил, что ты потом ага, забыл. Все, я попробую, Чтобы не было такого, да я забыл, там ты не сказал. Ну тут у тебя будет легкая игра без смерти. Ну как легкая игра без смерти. Я буду играть за БКБ, угу. Потому что тут станы, сайленсы, там дарквилов в кусты неприятные. Поэтому с БКБ мир тяжелее. Но все-таки возможно, опять же. Да, если да, там остаться, додайвить, там что-то пытаться добить, еще что-то бывает такое, да. Заиграешься. А маны нет. Ну еще этот тени там с инвиза может унести там. Если вдруг вижен где-то не будет сентри какой-либо, да? Ну а да, он да. Он сыграет, поэтому сейчас мы видели, что он может тени в прошлой катке. То есть ты вообще, в принципе, в любой ситуации считаешь, что нужно реминант, да, Максис? Ну нет, в такой ситуации я считаю то, что убить ее сложно. Угу. Поэтому я просто сыграю на свою фарму, сикам стакнуть, блин. Ты, я говорю, ты вот болтаешь со мной, а я вот не доигрываю это... Ну просто надежда стоять на фарм, и потом уже под 7 левел буду убивать ее. Просто я помню, когда-то давно против миличников типа пытались пассиву брать и там. Да, да, и гнобить их, да. У него в башне хера не стоит. А если ты по на земле у тебя милит? Так он подожди, что он делает? Он умирает. Ну, господи, одни миссы. Ну да, он умрет все равно. А этот? Успелось. Закатись на земле. А что на земле? Через неделю тэпнулся бы. Ну все, ладно, убили и убили. Хоть тэпнулся, знаешь. Бывает. Тут по-моему, вар стоит у него. Так что я могу сделать? Могу стакнуть кемпусик себе. У тебя есть 10 секунд. Ладно, я жду руну. Ну если есть не пробует. На базу, а есть дождаться, так сказать. Руны. Так, он в топе. Я вроде успеваю. Давай посмотрим, что там за руна. Ириген? Иллюзии. Не. А. Тут варлак стоит 100%. Ладно, тогда уже основал не побежал, нужно ресурсами закупаться. Ну так если. Блин, ну не знаю, надо не знать, что там на сайтах было. Пока что в пользу, в вашу пользу все идет. И плюс-минус мид ты не проиграл, да, грубо говоря? Ну да, я хорошо. Кстати, поставил. Я стоял ровно. Опа. Кстати, помнишь, ты рассказывал мне то, что многие недооценивают урон Лины? Да, да. С ульты. И в прошлый раз в одном видосе ты, ну, очень много урона нанес. Там казалось, что он не умирает, а он умер с ульты. А тут он не дорасчитал. Я просто не могу, у меня вот триггер такой, человек играет агрессивно. Ну ты плюс еще несколько раз заколил, что здесь топ стоит. Пока что реакции не было никакой. Ну да, то есть как бы... Можно и самому, в принципе, бабки заработать. Так что не надо говорить, когда он вард не снимает, можно самому снять, что вот саппорт плохой. Вот как вард взяли, два раза кол дали, не сняли, сами снимают. Да, конечно, чё терпеть? Вот сидит, играет этот нубик, да, так сказать, агрессивно играет. Сломайте ему вард, он будет играть, он как это, как мышка под тауром. Так, очевидно, что неспроста агрессия у него идет. Так, тут у нас урчит, угу. По старой схеме. Кстати, очередной раз брумхендл падает. Ой, ТП когда у него? Блин, ну кто-нибудь. Феникс, у него типа мид, we can kill Lina. Ну что он делает, господи. Ладно, я пытаюсь соло убить его. Да, у нас там задужить, да? А, нормально. Вот что он просто делает, это просто шок. Соло хилы так много дают, он просто мне умирает. Я просто боялся, что... Да, что... да, согласен. Я просто даркил не видел. Я боялся, что он под мидом стоит под ним. Да, я об этом и подумал, что, скорее всего, возможно... Потому что на карте всех было видно. То, возможно, кто-то поднимется, как раз таки дарпила у него было видно. И понятно, почему-то на него не залетал, да? Так, эти ребята что умеют? Перед смертью станет, наверное, бить? Не-не, эти стандартно ничего не делают. А, как раньше, да? Да-да. Вот эти, по-моему, камнями кидаются, если там около тебя много иллюзий, либо там клонов. Они начинают камнями кидаться. То есть раньше они не кидались. Слушай, ну ты, я помню, раньше очень много и на керри играл. Сейчас не играешь, да, на керри уже? Ну да. Мне просто стало неинтересно, когда мне играть на керри.
слишком скучно. И там, и там. Да, да. Не, ну сейчас тоже иногда приходится, знаешь, когда там, там до мизера попадается в тиме, приходится, так сказать, подменять. Дай рун, умоляю, игра, пожалуйста. Габен. Я не знаю, вот у меня, знаешь, вот если вот мне не дают первые 2-3 руны, я потом всю игру не вижу ни одной руны в игре. И что, такая идеальная руна для тебя была? Чё? Где мой Air Spirit? Yes, man, can you play with me, please? We can kill Lina so many times. Фуф, это ж, блин, это ж даже ему выгодно просто убить Лину. Во-первых, он может скилл у меня сорвать. Во-вторых, это Лина левел 10 с огромным утворцем. Ну, конечно. В чем логика? Ну, я не знаю. Вот я поэтому и говорю, видишь, ну, вот ты еще и вначале подметил. Не знаю, будут ли тут земели так играть, то есть под мид, да? Как раз таки мы крита обсуждали. Обычно тот, кто прям хорошо играет на земле, там Лина бы уже боялась голосовываться, просто где-то фармила бы свои леса. А тут он очень такой, достаточно нагло в соло действует. Можно и наказать. А покажи Затар земель, мне просто интересно. Чаще. Что-то сейчас играет. Ну, не урну, трогай. А, ну вот урну, да, заряжать. Да, да. Уже. Со штормом надо играть. Активный мидер такой. Прыгать убить Рика, что ли, этого? Да. Опять мисс. Лина. Найс. Реагировал. У меня 0 рун, и у меня постоянно проходит мисса. Я ненавижу сегодняшний день. Так. О, идеально попал. Ну, не уже нормально. Убьет? Тогда мы убьем. Так, ну пока что челлендж без смертей успешно идет у нас. Единственное, что на шторме, конечно, мана, да, после заканчивается. Особенно если вот сурна меня не прет. Да, особенно если сурна меня не прет. Может, ПТ-шку купить? Помнишь, играли? А, играли через этот Каю, ПТ и 2-0 тоже. Угу. И рез больше. А, сударинг еще покупали. Сейчас поменялось немного. Сейчас выгоднее орчит покупать. Я вот думаю, над ПТ-шечкой. ПТ-шечка тут тоже такая вкусненькая довольно-таки. Стану поплотнее. Да, возможно, даже куплю, чтобы меня просто случайно кто-нибудь заберст или там захир за какой-то. То есть шансы будут пережить какой-то прокаст их побольше будет. А так спит еще плюс-минус там. Так, вот это вот булочка моя, иди сюда. На кемпе, да, фармит вот это? Да. Найс. Ой, и этого убьем, а не маны. Не-не-не, этого мы убивать не будем. У нас маны, во. Так, первая руна, let's go. I come, we can fight, I have Didi. Стоп, дерево сломал. А, добрый вечер. Два раза придется откинуться. Так он уже умер, только что. А, он уже, да, умирал. Только что он умирал в топе. Теперь мы знаем, что на тройке вижена нету. Зачем сентри поставил? А вот, то есть вот ошибка, да. Он же, если бы тут сентри, то сюда не прибежал бы. Видишь, казалось бы, да, вот ты вот не играешь в доту, понимаешь такие вещи, да? Ну, то есть мало играешь в доту. Вот вообще люди... не играю почти. Ну вот, а люди играют в доту много и вот не понимают такие вещи, блин. Ну, это странно как-то, как минимум. Может, снимаю много из-за этого, там с людьми общаюсь, которые хорошо играют, поэтому... А, ну может быть, может быть. О, сейчас будет подача. Вот такую подачу я словил. Ты просто бьешь обычно на карте, да, там что-то смотришь, что происходит. А тут внезапно такая тычка с башу. Где он? 200 урон носит. Я левел 6 был, на мой спирте фармил кемпик. Вот у меня пригрел. Так, талант. А, тремнант. Нет, тремнант мне не нужен. Подожди, непонятно, гляну. Потому что там еще тини всякие сидят. Если встрянешь, мне кажется, в любом случае откинешься, нет? Да не-не, лучше побольше питать, так сказать, на больше кнопок развести. Го-го, эй, сюжми. Ладно, мы сюжа поехали. Ну... Сожгли. Дарквилл, конечно, надо бы сразу улетать, потому что 1700 хп. Не знаю, какой хотел. Он на тебя же хотел это нажать. Бедлам. Видимо, увидел количество хп и передумал резко. Еще и ПТ не носил это. Драки можно переключить там. Ну да, да, конечно, конечно. Гоу, вакуум. Найс, разнос, кстати. Вот опять же, что он тут делает один, я не понимаю. Он с ультимейтом или без? Не знаю. Ультимейт у него был back, первый? Бэк. А, неплохо, неплохо. Еще. Под возрождение. Смотри, идеальное яйцо получилось.
Там еще идеальный реген. Кайф. Идеальный реген, да. Но Рики в игре нет. Казалось бы, пятерка, там должна тучки кидать какие-то. Ну, а тем временем у нас рефармит Медуза все эти 18 минут. Мы ее в игре не видим. Да. Справляйтесь вчетвером. Запасной план имеется. А вот, вот и Рики. Ну что он думает? Что сможет убить его или еще? Отлично. Godlike, ребят. А ты вообще сам на новом герое играл? Не, не играл, только смотрел. Как на нем руинят. Да, у него виндрейт там не самый лучший, по-моему. Да, ну и сейчас самый худший. Ну сейчас будет бафать там пару патчей. Смотрим, что из этого выйдет. Че, погнали? Нужно бастать опять. Так ли не против инвизера играть? Так, следующего поймал. На ульте, на ульте. Тини, сюжими, сюжими. Блин, мэр, руну своровала. Казалось бы, как ты говорил вначале, шторму должно быть здесь сложно, но он сыграл хорошо. Потому что если то есть умеешь на нем играть, то можно и в такой ситуации неплохо все сделать. Ну да. Главное просто найти, так сказать, себя в игре. Хотя, казалось бы, могло бы все намного лучше, да, если земелит. Да, это было вообще все, у меня была прекрасная игра. У меня бы были все руны, то есть я бы забирал бы верхние. И так далее, то есть у меня был бы еще больше разгон, чем сейчас. Так, ну теперь будем выходить в гоним, будем, так сказать, мойки крутить с дарксиром. А вообще в целом можно просто пойти и закончить с дузами. Там, да, 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 так. Куда ты идешь, Деварлить? От одной. Варду мы охраняем. Дважды на дом Вардун, с Тилгаря умер. Скобочка 9 секунд. А, да, да. Я нажал! На! Ну, да. В прошлый раз у тебя был 30 левел Найтсталкера, а в этот раз Феникс. Ну, то есть играют на своих сигнатурках люди. А Дуза всю силу почувствовала. Конечно, ВК 13 на 21. Мы там этого бедного ВК пинаем, она лес самый качает. То есть тут надо носи момент, чтобы перестать фармить. Потому что если мы так понафидим, потом уже будет тяжело драться. Сейчас пока у нас пиксил. Возможно, уже еду сюда не поможет. Ну да, может быть и такое. Поэтому сейчас пока пиксил, нужно именно собраться в пятером вовремя и закончить. Go, do the camp, вот. Не хватает на все. Вот когда уже делают один слот под досты, как под телепорт, вот сюда третий. И под досты, под гем. Я об этом всегда думаю. Потому что не всегда. А что, где я? Вижу, я тут. Хелп. О, найс. Двоих отвлек на себя. Даст? Ну ладно. Тогда его убьем. Так, 12-08. Нормально. Хороший дай. Не, ну это же метеор уже там сбивается, к сожалению. Ну да, да, ну, в любом случае. Хотя бы он не упрыгнул. На линии, конечно, не ничего. Губэк, ну. Ладно, я. Губэк, гайс. Я уже не помогу никак. Вот опять, видишь, вот опять 25 минут, а у меня вот нулики уже типа вот нету. Угу. Ну да. Потому что это они апнули эти нули, там, наверное, больше, я не знаю, может для саппорта. Да, да, там какие-то, знаешь, ты брейсеры собираешь. То есть на 25 левеле ты еще сильнее становишься с ними. Сложнее убить там и так далее. А что, кстати, на 20-м взял по таланту? Ну, на Vortex действия тут всегда почти один тот же. Это слишком сильный талант. То есть ты там в огонь можешь выйти плюс рефрешер. Да и просто сильно дольше, чем держать в стане героя. Ну, без гема теперь опасно, меня могут убить. Стини, Рики и Враскин какой-то втроем найдут меня. Да, если тебе успеют дадут эту штучку, тебе могут просто зачинить станить. Поэтому вот я и прошу себе гем. We can fight S4 probably. I have Agony Vortex. Darkseer Vacuum. We win the fight. Дуза, please go. Господи, ну мы даже и втроем. Да, go. А где он? Алиментик,
Лена типа топ. Ну, отлично, Лена еще подпушена. Ну-ка, где он? Сюда, молодой. Го. А то еще будет спамить нам мешать. За кем ты? Да вообще бояться нечего. Конечно, что с тобой? А, это иллюзия была? На вакансии ресурса уже есть? Не, он уже так умирал недавно. Гомит! Чувак на лузиков тут первый раз играет на нем. Да. Там 0 урона просто. Там 16 уровень раскинник. И плюс баттерфляй, то есть, ну... Там вообще нечего пробивать. Симпакт от Рики. Вот этого тоже, и того, и этого, и вот этого. Куда собраться? Да парень, только не в жопу. Блин. Спасибо. Нормально. Блин, ну бас бегу, думаю, закончит без меня, правильно? Там еще стихоста была. Ну слушай, заспейсили Дузи, просто всю карту отпинали втроем, вчетвером. Да, то о чем я говорил, потому что если вот с Дарксиром и Землей будем играть, то легко драки выигрывать. Конечно, Земля очень долго почему-то под меня не играла, может он в Фулмут играет, не знаю. Но могли бы еще сильнее заспейсить. Важное, то что ты вот сам досты всякие вот эти вещи носишь, потому что многие бывают коры, особенно лидеры, но я тебе скажу так, я на команду не рассчитываю в плане Вижена, потому что... Ни одну игру на этом проиграл, так сказать. Потому что знаешь, там какая-то кор Лина с большим творцем просто убегает там на 50 хп в инвизе. Да, вот. Поэтому я на это деньги не жалею, да. Я даже могу на это купить даст, знаешь, там от руна отыгрывать, условно, потому что там руна упала, да, я могу купить даст даже для этого. Угу. А, то есть это даст на всякий случай покупать, да. Ну иногда я даже могу купить. Понятно. Почему бы и нет? Вдруг когда-то понадобится там лимир какой-то в будущем. Не, ну слушай, шторм реально хороший, 15-0-15. В первой там тебя, конечно, как разменную монету юзали, но тут вообще все отлично получилось. Ну, и в первой игре я сам выбрал такой плейстайл, как разменная монета быть. То есть у нас там то был... То есть ты и там, да, мог на ноль отыграть, в принципе? Да, просто я так подумал, у меня дам хорошую позицию Тини и Инессу, они будут, так сказать, убивать, обдурваться, впитывать под дэмэдж. Под грима хороший врываться еще, да? То есть начинать с... Да, конечно. Вот, ребят, про шторма сняли, с Арчидом там Влад еще говорит, и Фурион хороший. Всем, кого можно собрать Орчит, кто плюс-минус умеете, переходите на его YouTube канал, потому что там тоже подробный гайд там на Лину вышел. Да, на Лину. Как играть в это иметь, потому что ее сильно реворкнули. Вот. И там, помимо этого, очень много всяких полезных гайдов, типа как двигаться, что делать, как выиграть и так далее. Да. Я думаю, многие уже знакомы. Да. Такие дела. Спасибо тебе. Спасибо тебе, что позвал. Давай, удачки.